Собачье сердце. Глава 5. Краткое содержание. Дневник доктора Барменталя. История болезни Шарика, в которой описывается происходящее с прооперированным и все-таки выжившим псом изменения. У него выпадает шерсть, меняется форма черепа. Лай становится похож на человеческий голос. Быстро растут кости. Он произносит странные слова. Выясняется, что будучи еще уличным псом, Шарик научился читать по вывескам, но некоторые прочитывал с конца. Молодой доктор делает восторженный вывод. Перемена гипофиза дает не омоложение, а полное очеловечивание. И эмоционально называет своего учителя гением. Однако сам профессор хмуро засиживается над историей болезни человека, чей гипофиз пересадили Шарику. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.